всем предметам два. Я ничего не умею, а мне уже 20. Меня не берут на работу вообще нигде. Даже в Макдаке в толчке убираться. Что мне делать, как найти мне место под луной? Нет профессии для меня, кроме одной. Секс с бомжами за деньги. Все, что остается мне. Секс с бомжами за деньги. Прямо на улице. Бутылки, а я даже для этого тупой. И пусть болят так сильно мои дырки, зато потом мой рот набит едой, едой. И зато я не учился, системы я не раб. И в глубине души, наверное, я даже рад. Секс с бомжами за день. Мало мне. Секс с бомжами за деньги. Зато я не в офисе. Зато я не в офисе. Порой даже приятно рок, голоса рок, нету. Нет. Да. Ну да, и чё? Нет, мне нужно... Да. Да. Чё нам в комментах пишут, в чате?